Помощь малому и среднему бизнесу сегодня – одна из важных государственных задач. В администрации округа состоялся круглый стол на тему существующих мер поддержки предпринимателей, в частности, отрасли промышленности. И торгово-промышленные палаты, и фонды, и другие есть организации – это все инфраструктура поддержки предпринимательства. Вот у нас в городском округе в конце года создано в рамках этой инфраструктуры центр «Мой бизнес». Его раньше не было в Щелково, но при поддержке Министерства инвестиций и инноваций мы такой центр «Мой бизнес» создали. Этот центр на сегодняшний день располагается на Талсинской улице. У нас есть предприятие, которое в прошлом году с федерального фонда получило 300 миллионов рублей. Компания двумя траншами получила вот такую большую сумму. И около 50 компаний в прошлом году у нас получили поддержку из Фонда развития промышленности Московской области. Директор Подмосковного фонда развития промышленности Павел Ильин рассказал представителям щелковского бизнес-сообщества о реализуемых программах в регионе, направленных на развитие и поддержку отрасли, возможности получения льготных займов предпринимателями. Все займы, которые финансируются и нашим фондом, и федеральным фондом, они направлены на приобретение оборудования. Соответственно, сейчас дальше поговорим про целевое использование, но они все связаны с производством, с промышленностью, с приобретением оборудования, и, соответственно, со всеми расходами, которые сопряжены именно с приобретением оборудования. То есть это не оборотные средства, там не какие-то иные цели, а именно расширение, модернизация производства, запуск нового производства и так далее. По программе, которая финансируется из бюджета Московской области, максимальный срок предоставляемых средств достигает 5 лет. При этом погашение основного тела займа начинается с 4-го года. До этого момента ежеквартально оплачивается процент. Сумма займа составляет от 10 до 150 миллионов рублей. Ставка 2 или 5%. Все займы должны быть обеспечены. Вот 2% – это если займ обеспечен либо банковской гарантией, либо как раз в правительством гарантийного фонда, либо областного, либо федерального, либо корпорации МСП. И 5% – это если предоставится другое обеспечение. На круглом столе обсуждалась и тема роли торгово-промышленной палаты в вопросе содействия бизнесу. Миссия у нее, так скажем, не контролирующая, а курирующая и координирующая роль муниципальных торгово-промышленных палат на местах. Надо сказать, что вот такие наши встречи с бизнес-сообществом у нас проводятся областной палатой уже 4-й год на постоянной основе и со всеми ведомствами, которые уполномочены вот в помощи развитию малого и среднего предпринимательства. На круглом столе сотрудники администрации отметили, взаимодействие исполнительной власти и предпринимателей необходимо. Важно понимать, какие вопросы волнуют бизнес-сообщество сегодня. Создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение экономического подъема, создание новых производств и их модернизация, увеличение рабочих мест в муниципалитете – важная задача. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.